Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Штрафной удар арбитр пока не торопится не сдавать предупреждение. Мяч потерян. Робин. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Флакс. Есть варианты развития атаки. Спасает он свою команду. Прекрасная передача. Йо Куаси. Бывает так, что защитник исполняет функцию вратаря. Вот как раз такой случай. Да, очень здорово. Парень отыграл в этом эпизоде. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Лэмпард. Ба! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Они выигрывают и будут подавать угловой. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Удар. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Йо Куаси. Обостряющая передача, будет удар. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Ударище просто. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. И это просто шедевр. Великолепный гол. Прекрасно сыгран. Да, не получилось с первой попытки. Зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Будет штрафной удар. Мяч покинул пределы поля. Просто сам. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Игра остановлена штрафной. Совсем не обязательная потеря. Модрич.
Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Бьет он по воротам. Не попадает в ствол. И вот потери в центре поля. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Авиас. Головой наносит удар игрок. И справляется вратарь с этим ударом. Суарес. Штанга. И мяч уходит за пределы поля. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Барри. Ну что же, свисток на перед... Еще 45 минут футбола на Сантьяго Бернабео. Поехали. Это Мамия. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Яо Куаси. Плохо сыграно. Мяч потерян. Аут. Робер. Модрич. Вратарь намертво забирает мяч. Яо Куаси. Защитник перехватил передачу. Суарес. Модрич. Робер. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Модрич. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Опасно!
Мяч в воротах, и это гол. Невозможно. Всякий мяч, коснувшись его бутсы, обращается в гол. Это точно. Сегодняшний день он запомнит надолго, потому что игра у него сегодня идет как никогда. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Есть варианты развития атаки. Коста Сантос. Бьет он головой. От головы в ворота. Класс! Знатный гол получился. Что и говорить. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь без сил. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защиту. Чисто отобран мяч. Лэмпард. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Отличный удар. Вот это спасение. Это угловой удар. Коста Сантос. Он накручивает соперников. Суарес. Прекрасный гол. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно. И сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Счет 3-2. Смотрим дальше. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч в руках. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Коста Сантос. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет шелкая карточка. Модрич! Вот такие возможности, но их использовать надо, иначе зачем выходить на поле? Да, команда все до сих пор еще проигрывает и проигрывает в один мяч. Йо Куаси. Лэмпа. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Начали радоваться, вне игры же. Лэмпа. Ох, как здорово он ушел от подката. Атака продолжается. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Вес. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Ну вот и все. Отличный.